Привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости моего канала. Добро пожаловать, и мы продолжаем играть в игру Dread Out. Погнали дальше, значит, в прошлой серии мы нашли нашу одноклассницу, и также к нам выползла вот эта наша учительница. Она ранена, черт знает, что с ней творилось, короче, в этом месте. Окей, погнали дальше, значит, обследовать территории, сражаться с призраками и так далее. Я знаю, что Ира никогда не навредит нам, но, пожалуйста, будьте осторожны. Да это уж понятно, это уж понятно. Так, окей. Будем пользоваться вспышкой потихоньку. Значит, я все-таки не рискую, смотри. Так, где тут... Я не рискую применять все-таки обычную телефонную камеру, хоть там и как бы полноценный фонарик. Просто мало ли какая жопа нас и подстерегает, мы быстро хоп этой мощной камерой зафотаем и все. О! Так, одноклассница. Так, задание обновлено, ну давай посмотрим файлы. Так, задач, по-видимому, Ира ведет меня куда-то. Окей, хорошо. Ты подожди, не убегай. Да, наша подруга куда-то убегает. И очень даже быстро убегает. Так. Стой, не убегай ты так быстро. Смотри, она прям вообще... Ну, ой, тихо, а почему она так встала? Блин, мне кажется, что тут все, опять же, какой-то есть подвох. Как в прошлой серии нас обманули призраки, я тебе реально говорю. Это просто самый настоящий подвох был. Так, окей. Давай-ка забегаем в дом. Так, все-таки, не, давай все-таки переключимся на обычную камеру. Потому что мне свет, офигеть, как нужен. Так, и куда она убежала? А, сюда? Ой. Ой, а что с тобой такое? Стой, 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 стой. Блин, мне кажется, это не Ира. С какого хрена она так, во-первых, быстро ботинки сняла, раз. Во-вторых, где она достала эту куклу? Чё у нее, мать его, с лицом? Ладно. Хорошо. Стой, какого хрена ты стул отодвинула? Так, стой. Мне, может, тебя зафотать надо? Так. Стой, главная героиня. Ага. Присаживается так. Что ты от меня хочешь? Я просто не знаю. Линда, вот так сюрприз. Наконец-то хоть с кем-то можно поговорить. Я решила вернуться обратно, чтобы забрать свои вещи наверху. И случайно увидела, потом я сказала: эй, ты похожа на Линду. Господи, давайте играть. Прятки, кошки, мышки, игры, слова, камень, ножницы, бумага. Тут очень скучно, понимаешь? Я не знаю. Офигеть, я обманываю, ха-ха, старую сумасшедшую сплетницу Линду, ха-ха. Что с тобой происходит? Вечно приходится проверять все и вся. Кто ты? Ты это понимаешь или нет? Ха-ха, я Ира, и всегда была Ирой, не узнаешь свою подругу, милая? Нихера я тебя не узнаю, ты была другая. Так... Да, это я, не бойся. Но ты уж познакомился с Сьюзи, передавай привет Сьюзи. Воу. Привет, Линда. Это кукла, она не кукла, нет-нет. Ты раздражаешь Сьюзи? Нет, Сьюзи, нет. Стой. Вау, какого хера? Хорошо, Сьюзи, как отсюда вот так? Так, окей. Она сказала, что около деревни есть радиовышка. Ты можешь подняться по лестнице на крышу, а потом скатиться на землю. Да не смешно и подло, это подло. Так. Нет, мы никогда не убиваем живых. Доня видела, как один из вас убил его. А, это, видимо, моя вторая сестра. Я знаю, что она сумасшедшая, но не думаю, что она... А, вижу, ха-ха-ха. Он уже умер.
I'm sorry. О, твою мать, нихера! Хорошо, хорошо, я знаю, черт, извини, нам запрещено рассказывать тайны мертвых. Есть еще вопросы? Так, просто скажи мне, как выбраться отсюда. Ха, хорошо. Дай-ка я покажу тебе фокус. Черт, какой еще... Ой, твою ж мать! Какого хера? Какой еще нахер фокус? Ты че? Охереть, у тебя фокусы! Ну, что это за ключ? Можешь использовать этот ключ, чтобы поговорить с моей сестрой в особняке. Поговорить, но в прошлый раз она меня напала. Не, она просто играет с тобой. Не знаю, то точно, если войти в ее комнату, она наверняка рассердится. Наверное, она выгонит тебя. Выгонит? Ты прикалываешься? Нет, спасибо, я останусь здесь, Ира тоже останется. Окей. Нет. Отпусти ее. Она нет, она мне нравится. Ее тебе не понять. Я здесь в ловушке, охраняю это место. Но с ней я могу пойти куда угодно, куда только захочу. Хочешь сказать, ты ее хорошо знаешь? Нет. Ты только посмотри, что она тебе показывает. Могу поспорить, ты даже не помнишь ее номер телефона. Это личный номер. Блядь! А, ты чё прикалываешься? Так, ладно, смотри, давай-ка попробуем сейчас найти номер кого там. Как ее зовут? Линда, это Ира, да? Давай попробую я сейчас найти номер телефона. Черт, ребят, у меня время прошло, и, короче, она, типа, не дождалась номера телефона. Так, прошу и отпусти ее. Так, очень прошу, так. Короче, понятно, нету телефона, походу. Ой. Черт, может, ты уйдешь отсюда? Нет, какого хера, иди нафиг. Иди нахер. Иди нахер, прошу тебя, не надо так в экран смотреть, ты че? И чё дальше, типа? Бля. Окей. Все, кошмар прошел. Скажите, пожалуйста, что кошмар прошел. Линда, вставай, прошу тебя. Ой, блин, ребят, вот это было жутковато, я тебе честно скажу. Понятно, какая-то... Так, мы подобрали ключ. Задание обновлено, получено достижение. Это... Прощание? Я не знаю, прощание ли это или нет. Но скажу, что Донни, вот этот одноклассник наш мертв, это уже плохо. Все-таки призрак его угробил. Так, Ира упоминала что-то про особняк. Там может быть ответ, почему этот город проклят. По-видимому, Ира ведет меня куда-то. Ладно, поехали дальше. Так, смотри. Окей, нет, этот все-таки телефон плохо освещает. Надо нам взять все-таки камеру, ребят. Нам надо... Не показалось ли камера где-то забаговалась вот где-то в этом месте? Черт его знает. Ладно, 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 шоколадно. Так, подожди, а мы можем как-то это... Обойти это место? А что здесь? Заперто? Ладно, хорошо. Без проблем, конечно. Ладно, я надеюсь, я в верном пути, дорогие друзья. Я надеюсь, я нормально здесь пройду. У меня никакая тварь, так сказать. А, понятно, тут все заперто. Хорошо, ладно, бежим, значит, дорогие друзья. Нам надо немножко делать, конечно же, некие передышки, чтобы наша главная героиня не запыхалась. Потому что тут ограниченный бег. Так, ладно. Думаем. Чё, куда дальше? Так, вот тут какое-то место странное. Так, я не знаю, стоит ли заходить, как ты думаешь? Черт, какая-то фигня. Так, стоп. Нам на звук, наверное, надо идти. Тихо, тихо. Черт, опасность? Где нахер? Чё за херня? Ой, знаете чё? Идите лесом, я не буду. Я не хочу. Черт, лесные призраки. Бля, куда нам дальше-то топать? Ты прикалываешься? Куда нам-то дальше топать?
Может, тут есть какой-то обходной путь? Я надеюсь, что есть. Ладно, давай топаем сюда тогда. Мы должны найти какое-то здание, я так понимаю, да? Так, херас два мы тут пройдем, да? Так, ладно, давай вернемся к нашим ученикам. Посмотрим, что тут. Так, вау! Стой. Телефон, что? Что там такое? Твою мать, какого хера? Задание обновлено. Какого, мать его, хера? Так, стой, задание обновлено, говоришь? Что случилось с этим местом, Шелли? Надеюсь, мисс Сиска в безопасности. Капец. Так, пока призракопедия у нас не обновлялась. Так, ладно. Давай-ка думать тогда, куда нам дальше-то топать? Я просто вообще хз. Так, давай, главная героиня, давай. Черт, я надеюсь, это все-таки не наша одноклассница. Ну вот правда. Ой, стой, стой, стой. Вот это место мы... Че? Фу, тут все затопило. Так, я надеюсь, мы в верном пути. Что за херня? Я только что увидел, как эти камни выпали из текстур. Ну, типа, они сами появились. Так, ладно, я так понимаю, сюда? Да, походу, сюда. Ё-моё! Я что-то, ребята, боюсь дальше идти. Что-то все игра усиливает и усиливает. Я типа знаю, что призраки нас вроде не могут убить. Не бойтесь открывать двери. Угу, спасибо, капитан Очевидность. Не бойтесь открывать двери. Да тут за каждой дверью хер пойми, что находится. Так. Ладно. Наша главная героиня решила взять телефон. Без проблемсов. Только, пожалуйста, можно без приколов? Я вас умоляю. Так, тут ничего. Давай-ка сейчас осмотрим. Перед тем, как войти, я все-таки немножко хочу осмотреть территорию. Блин. Вот это затишье. Ой. А, тут еще заперто все. Так, подожди, может ключ когда-то... А, тут не заперто. Ладно. Дин-дон, я пришел домой. Так. Ну, то есть, какой домой, блин? Я бы не хотел бы такой дом с привидениями. Так, тихо, спокойно. А! Что? Какого хера? Так, я надеюсь... О! Там что-то было! Так, спокойно! Камера! Тихо. Ладно, хорошо, если ты хочешь идти, без проблем. Тихонько. Потихоньку. Я иду. Ой, опасность приближается. Черт. Ай, твою мать, там кто-то в зеркале! Черт! Линдочка, пожалуйста, вставай! Нам не нужны проблемы. Тихо. Ах, твою мать! Так. Это чё за паскуда? В зеркале какая-то тварь. Так, ты чё? То есть ты хочешь сказать, зеркальный призрак, блядь, меня убуял ещё? Вот ещё, твою мать. Так. Ещё этого мне не хватало. Ага. Задание обновлено. Блять, куда мне идти? Тихо. Давай задание посмотрим. Хух. Тихо. Призрака пока мы не знаем вот этого. Так, задание. Я должна выяснить тайну, которую хранит этот особняк. Без проблем. У меня плохие предчувствия, дорогие друзья. У меня очень нехорошие предчувствия по поводу этого места.
Так, получено достижение, ё-моё. Офигеть. Так. Хорошо. Ладно. Я думаю, нам надо топать наверх, да? Скорее всего. Я надеюсь, ребят, мы в верном пути. Вот реально. Так, хорошо, зеркала. Надо их очень сильно остерегаться. Хотя, я тебе скажу, эта тварь... еще та... Я так понимаю, да? Так, спокойно. Ух, очень напряжненько. Очень даже напряжненько. Ой, вот такие переходы я не люблю. Вот такие переходы я точно не буду в них ходить. Вы чё? Такие переходы, ребят, не ходите. Вот эти узкие коридоры, там точно какая-то тварь ныкается. Фух. А, твою мать, какого хуя? Ты чё? Так. Извините, ребят, за мат, я испугался. Я реально что-то испугался. Так. Окей, сохранка. Хорошо, тихо. Тихо. Я слышу не очень хорошие звуки. Я фоткаю. Ах, твою мать, ты чё? Сейчас меня тарелками этот полтергейст, блядь, будет кидаться. Ты чё? Охуел совсем? О, так, отлично. Сейчас мы тебя зафотаем. Где ты там? Там? Здесь? Где ты? Так. Давай, выходи. Выходи, паскуда. Я тебя сделаю. Я тебя сделаю, слышишь меня? Меня эта тварь закидывает стульями. Я понять не могу. Просто. Где ты там? Где? Где ты, паскуда? Так. Спокойно. Ориентируемся. Где-то тут. Вот почему? Что? Это где-то тут, блин. Я просто не могу понять. Где оно? Тихо. Спокойно. Понимаешь, в чем прикол? Вроде как оно должно работать. Ну типа... Блин. Ох, нихуяшечки, стол подкидывает. Я не могу понять, как мне зафотать этого непростого призрака. Это какой-то ужас, дорогие друзья. Это просто какой-то маразм. Вот тут где-то, вот тут. Во! Так, отлично, сделали. Есть. Далее. Где ты тут? Тихо. Во, помехи, все, отлично. Короче, когда помехи появляются, тогда надо действовать. Где ты тут? Где? Давай. Скажи, что все. Сохранка. Тихо. Я думаю, все. Привидение отгремело, так сказать, оттанцевало свое все и вся. Ладно, хорошо. Тихо. Спокойно. Так, давай-ка сейчас чуть-чуть поменьше сделаем. Окей. Спокуха. Где, куда мы шли? Сюда вроде, да? Да, сюда. Нас отсюда выбросило. Ну все, я думаю, с призраком покончено. У нас же сохранка прошла успешно. Заходим. Великолепно. Тихо. Вот тут я подозреваю, ребят. Чё-то я тут подозреваю. Так. Не знаю. Стой, должна быть синева такая вокруг. Может тут побегать немножко? Вот это зеркало какое-то странное. Может его надо зафотать? Стой, где-то здесь, да? Что-то лежит. Это очень странная комната. Так. А может... Стой.
Мы можем пройти через зеркала? Вау. Так, ну-ка. Сейчас пробежимся. Во, вот тут что-то. Окей, давай зафотаем. А. Окей, вы нашли ключ от гардеробной. Блин, надо было просто сюда пробежаться, чёрт, а я тут с зеркалами маюсь. Хотя нет, стой, подожди. А, твою мать, охуеть. Ты чё? Боже, да ну. Так, ладно, давай просто пробежим и все. А, сейчас ты еще мне не разрешишь, да? Твою мать. Ой, зачем я это все только начал? Так. Черт, ты посмотри, что, неправильные зеркала? Так, ладно, давай сейчас попробуем. Ты посмотри, мать твою. Хух, так, призракопедия, мать его. Юрин Пен... Понгантин. Так, давай получим невесту и жених, сожженные заживо людьми из северной деревни, из своей деревни за то, что были заподозрены в колдовстве палашик. О, бог ты мой. Навыдумывали. Так, ладно, я сваливаю отсюда. До свидания. Я сваливаю отсюда, слышите? Блин, мне не нужны эти проблемы с призраками. Мне и так уже хватило за сегодня. Ты чё? Мне типа... мне типа, наверное, надо зеркало какое-то правильное и неправильное найти. Так, уже не стоит, не стоят призраки, да? Уже привидения не стоят. Так. Да блин, я не понимаю, что здесь надо делать. Черт его знает. Ладно, ребят, давайте пока на этом закончим данную серию. Черт его знает, что это за привидение. Может, сейчас мы сможем выйти здесь через эту комнату. Просто не могу понять. Так, тут тоже. Короче, нас заперли в зеркальной комнате. Ох, ладно. Продолжим в следующей серии, ребят. На этом все. Подписывайтесь на канал. Хотя давай-ка сейчас проверим вот это зеркальце. Мне все-таки чувствуется, мне кажется, мерещится, что вот это зеркало какое-то виновато. Либо вот это зеркало какое-то не то. Да! Отлично, все! Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Великолепно. Все, мне, пожалуйста, сохраночку на бис, и, в принципе, окей. Давай пока на этом закончим данную серию. Все, сохраночка у нас прогремела. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.